теперь заглянем чуть дальше в планы Samsung в разделе камер. С недавних пор они ввязались в мегапиксельную войну и не оглядываются назад. В прошлом году они создали датчик на 108 мегапикселей, который попал в Galaxy S20 Ultra, а недавно компания объявила, что планирует в будущем разработать датчики до 600 мегапикселей. Про это у нас был отдельный ролик недавно. А в новом отчете из Китая говорится, что Samsung уже завершили производство 150-мегапиксельного датчика ISOCELL и начали разработку 250-мегапиксельного датчика ISOCELL. Несмотря на то, что размер или характеристики датчика на 250 мегапикселей еще не раскрыты, вполне возможно, что это может быть дюймовый или даже больший датчик. Трудно представить, как они уместят такой большой датчик внутри смартфона. Очевидно, что здесь будет использована технология слияния пикселей 9 в 1 ноноселл, что на выходе даст 27-мегапиксельные изображения. Также сообщается, что датчик на 150 мегапикселей впервые будет использован Xiaomi в своем флагманском смартфоне в конце этого года, тогда как Oppo и Vivo будут использовать его в своих смартфонах высшего класса в первой половине 2021 года.